Турция закрыла свои порты для крымских судов. Страна прекратила паромное сообщение с аннексированным полуостровом. Об этом заявил директор компании-оператора Крымское морское агентство Станислав Воздилов. По его словам, суда не принимают уже 2 недели. Причин турецкие власти не сообщили. Из-за приостановки паромного сообщения поставки продуктов и товаров из Турции в Крым стали невозможными.